Население Новой Москвы превысило 550 тысяч человек. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Подробности прямо сейчас. Глава Департамента развития новых территорий столицы Владимир Житкин заявил, что население Новой Москвы за 7,5 лет увеличилось до 554 тысяч человек. Об этом сообщает РБК. По его словам, жилье строится одновременно с объектами коммерческой недвижимости. Уточняется, что из 17 миллионов квадратных метров помещений более 4 миллионов являются нежилыми объектами. Также Житкин отметил, что это помогло создать на присоединенных территориях около 170,5 тысяч новых мест приложения труда. Специалист рассказал, что общее число рабочих мест превысило отметку в 255 тысяч, так как прирост составил 162%. Рост числа занятых был зафиксирован во всех сферах. С 2019 по 2023 год в ТИНАО создадут 100 тысяч новых мест приложения труда, добавил глава департамента. Напомним, что к Москве с июля 2012 года присоединили новые территории, и площадь столицы выросла почти в 2,5 раза. Пока это все. Еще больше новостей из жизни российской столицы не только доступны на сайте mymsk.online. Всего доброго!